Приветствую, дорогие друзья! Все вы удивляетесь, где я же пропал, а мы находимся с женой и с дочкой вместе во Львове. Значит, сделали себе такой вот, можно сказать, среди недели небольшой уикенд и отправились непосредственно во Львов погулять, походить. Погодка, кстати, очень повезло, потому что Львов характеризируется тем, что здесь постоянно холодно, здесь постоянно дожди, что летом, что осенью. И, конечно же, повезло с погодкой, что погодка просто суперская. Солнышко, 19 градусов тепла, этому всему бонус плюс. И вот так вот будем гулять. Видео огромное вам снимать не буду, там рассказывать более детально, потому что я приехал на сам период отдохнуть сюда. Ну, вот такие вот какие-то урывочки небольшого отдыха, где-то какие-то развлекаловки, которые нам будут всегда на пути попадаться. Я вам это буду снимать и обещаю это делать. Сейчас идем к главной площади, которая находится во Львове, где проходят все действия непосредственно. И уже отсюда вам сниму небольшой такой материальчик, который вас заинтересует. И вы, конечно, досмотрите это видео до конца. Ну, а авансом вас прошу поставить этому видео лайк и написать, были вы во Львове, как ваши впечатления, если был кто-то. И много интересного вы увидите на этом видосе. Не переключайте, досмотрите обязательно. Посмотрите, кто у нас здесь самый маленький путешественник. Это Злата. Это ее первое путешествие. И она к себе, кстати, очень классно чувствует. Не плачет в большинстве случаев. На солнышке отдыхает. Погодка сопутствует и это. И я скажу, что очень-очень многие говорят, не берите маленьких деток с собой. Так вот, это неправда. Жена тоже, Ира, в отличнейшем настроении. Как же ж не быть в отличнейшем настроении, если погодка вообще просто суперская. И это Львов, друзья. В Львове уже с самого утра бурлит жизнь. Как видите, очень много иностранцев приехало. Прям компаниями они везде находятся. И очень-очень много интересного им рассказывают. Какие-то экскурсии предлагают. Город, в общем, бурлит с самого начала, с самого утра. Красотища просто классная. Мне очень все нравится. Дальше сейчас позавтракаем и будем уже непосредственно идти где-то тоже в город гулять и так дальше. Буду для вас такие мини снимать сюжетики. Итак, идем мы гуляем по старинному Львову. Очень красивый город. Реально здесь можно остановиться и жить где-то, знаете, полгода. Ты в эту колею вливаешься и просто чувствуешь себя на самом деле своим. Смотрите, какая красотища. Вот, кстати, экскурсии на шоколадный завод Свиточ. Можно поехать. Ну, с ребенком, наверное, не очень особо получится. Я так думаю. В принципе, идейка неплохая. Дохожу к Высокому замку. Это в огромном парке. Сейчас посмотрим, как там. Ну и будет интересно вам, наверное, посмотреть, потому что вы сможете увидеть практически весь Львов. Это не шутки. Вот смотрите, вот такие вот ступеньки большущие, видите? Здесь порядка их 300 штук, как в Каневе, там, где Тарас Григорьевич Шевченко. Точно такая же история здесь. Вот такая вот подъем огромный. И скорым временем мы будем на самом верху. Одолел я вот этот вот рубеж, который Львов характеризирует с хорошей точки. И сейчас вам покажу, какая здесь офигительная погодка и какая красота. Как вам, понравился Львов? Да. Где бывали? Не понравился? Здесь виден весь Львов. Вот не знаю, вам будет, конечно, наверное, задувать немножко ветер, да?
потому что он с этой стороны. Но тем не менее, друзья, стоит каждому приехать во Львов, кто сам с Украины. Это, наверное, позор, что если вы не были в Львове. Ну, а кто, конечно, за границей, приезжайте, садитесь на поезда, на самолете, прилетайте и смотрите вот эту вот красоту, которая нам дарит Львов. Меня очень сильно завораживают улицы Львова, которые, знаете, такие маленькие, миниатюрненькие. И очень интересно здесь ходить, находиться. Только, блин, вот этот стабилизатор интересно так работает. Впервые я ним снимаю. И хочу сказать, что не очень удобно. Пока привыкнешь, пока поймешь, как он реально в лучшем режиме работает, на это уходит долгое время. Сейчас найду Иру. Где-то пошла, потому что мы немножко поменяли маршрут. Она по своему маршруту пошла, я немного по своему. Я пошел, где большой замок, она пошла вниз гулять в парке небольшом. И сейчас мы с ней встретимся и будем дальше вести вот такой вот небольшой вам репортажик. Смотрите, что у нас Златка чем занимается. Она полностью выдохлась. Сегодня у нее был очень день такой офигенный. Она много чего увидела, узнала. Поднялась на гору высокую, там где замок. И увидела очень хорошо. И смотрите, какой у нее лайфхак. Дело в том, что коляска постоянно практически пустует, потому что Злата очень любит на руках. Ложишь ее в коляску, и она просыпается. На руках она может вот так и часами спать. Вышли прогуляться уже на следующей локации. Это у нас получается центральный оперный театр. И здесь очень всегда людно. Вчера вообще было так немножко прохладно. Я вам вчера такой небольшой отрывочек снял. Сегодня уже будет побольше. Покажу вам фонтаны. Дай бог, сейчас пробежусь через них. Вчера хотел сделать такую фишку, но не получилось. Закончилось наше семейное путешествие, поездка во Львов. Но вы не спешите переключать, потому что следующий влог будет уже с Карпат, где немало интересного нового. Я надеюсь, я открою для себя много интересного и нового. Ну и вам покажу, куда можно будет съездить, отдохнуть и какие места посетить. Сейчас едем также в парк путешествий, развлечений. Если удастся, то тоже сниму вам такой мини-влог. Но это будет другое видео, другая история. Так что не переключайте и смотрите наш семейный уикенд. С вами был Тимоха Лайф. Обязательно поддержите это видео максимально своим лайком. Рассказывайте друзьям и путешествуйте. Не останавливайтесь. Пока.